Всем привет! Вы на канале Криптобум. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DEFI и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Safu Network. Итак, что такое Safu Network? Safu Network – это децентрализованный финансовый проект с интегрированной программой благотворительности, который предоставляет пользователям доступ к прозрачным займам, договором страхования, объединенным инвестициям и многому другому для финансовой свободы, которая позволяет не просто превращать неэффективные деньги в эффективные, но и делать это в надежном месте и способе. Благотворительная программа сети Safu поможет в борьбе с бедностью и поможет выжить уязвимому классу людей. В рамках этой программы компания стремительно развивается. Благотворительная программа сети Safu поможет в борьбе с бедностью и поможет выжить уязвимым. В рамках этой программы компания стремится выделить 2% прибыли сети Safu на благотворительность. Вот почему Safu здесь для нас всех. Сеть Safu имеет самый безопасный в мире кошелек, совместимый с криптовалютой и фиатами. Многофункциональный кошелек, содержащий высокодоходный пул для выращивания и статического стейкинга, который помогает нам хранить, отправлять, получать, покупать, продавать, обменивать и делать ставки для пассивного дохода быстро и безопасно. На сайте опубликована дорожная карта, где мы можем видеть имя токена Safu. Тот максимум supply составляет 15 тысяч токенов Safu. При этом 51% выделено на пресейл, 20% выделено команде и разработчикам, 18,4% выделено на маркетинг и 6,66% выделено на ликвидности в PancakeSwap, 2% выделено для аэродропов комьюнити и 2% выделено Futures Development. По дружной карте Safu мы можем видеть все текущие и будущие планы данной компании, что они собираются и когда они собираются запускать. Как мы можем видеть, что в первом квартале 2022 года будет запущен тестнет сам. И всю необходимую информацию, которую мы часто задаем вопросы. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.